Всем привет! Сегодня у нас прятки по алфавиту. Алфавита! Давай пойдем, расскажем. Тут у нас целый алфавит. Вот здесь буквы. Еще у нас вот такая доска. Тут мы разделили Макс и Катя. Мы будем ставить плюсики. Плюсики. Мы будем отмечать, кто выиграл какую букву. Потом в конце считаем количество букв. У кого больше, тот молодец. Например, мы вытащили Ш. Мы прячем всякую дату на букву Ш. Шарики. Да, если кто-то меня найдет за 2 минуты, но мы будем прятаться за минуту. Так и да, кто больше соберет букв в этом челлендже, победил. Идем прятаться. Кто не выбирать? Кто из вас первый прячется? Я. Ну, тогда давай высадка на камень-ножницы. Лицо на Катя. Катя проиграла, Макс тянет букву. Устрица. Улица. А это уже ты должен придумать сам. Говорить это не обязательно. Спасибо. Катя идет слушать музыку на 1 минуту, а мы можем уже начинать время. 3 минуты. 1 минута Максу спрятаться. 2 минуты Кате найти. Время пошло. Я ничего не слышала. Устрица, улица, улица. Что еще есть на букву У у нас? Унитаз! Смотри, он залезет в унитаз и тебя смоет. Тут совсем неудобно. Время вышло. Окей, 2 минуты все равно надо. 2 минуты вам на поезд. Ищи, ищи. Ты идешь на улицу? Да, устрица, улица. Значит, он и ну что, нету? Я думаю, что могу отдохнуть. Да нет, он сильно... Катя, у нас есть еще комната на букву У. Подумай. Подсказываю тебе, что у нас есть комната на букву У. Ищи! Мама, без подсказок. Утили, дерун. Ах, вы жулики, вы подсказываете. А я думала, то... Так, что это за комната на букву У? Утилитерум. А что это такое утилитерум? Хламочная? Да. Мусорная? Для вещей разных. Это реально брызгает? Моя буковка устрица У. Катя, значит, я туда? Да. А, У, точнее. Катя, выбирай. Е. Это Е. Время пошло. Минута. Все, мы бежали. Давай. Катя, где можно? Е. А где вообще есть на? А какая у тебя? Е. Катя, иди сюда. Есть возможность спрятаться под единорогом или в какой-то емкости. Выбирай. Я хочу пропустить. Следующий трек, да? У тебя на кровати есть. И вон там, Катя, вон там в сатюре тоже единорог. А что ты слушаешь? Secrets. Не знаю эту песню. Это же единорог. Вот, смотри. Вообще-то... Это Мегасус, значит, это Пегасус. Вот идут наши секунды. 9, 8, 7, 6. Все, ты выбираешь это место. Макс, 3, 2, 1, 0. Какая буква? Е. Буква Е, где она может быть? Вот единорог. Извините, что он такой лохматый. Где может быть буква Е? Какие слова ты знаешь на букву Е? Под елкой можно прятаться, но у нас нет елки. У нас нет елки. Я вот под вот этой единороги. Быстро думай, 2 минуты на поиск. Я бы хотела вот там спрятаться под столом. Тихо. Ой, вот сюда очень. Е, это может быть электромобиль. Кстати, мамин, не знаю, ну это, ну он Эль, если честно, он электро, он не электро. Что может быть еще на Е? Енот, елка. Я честно вообще не знаю. Ёршик, ёжик.
Е. У тебя какие есть идеи? Что может быть на букву Е? Не знаю. Чувствую, Катя может выиграть сейчас свою эту. У тебя одна минута осталась, меньше даже. Я честно вообще не знаю. Ёршик. Е, что Е? А я даже не знаю, где Е, что Е. Так, 45 секунд, 46. Давай быстрее. Единорог. Где Катин единорог? Они сказали единорог. Они знают, где я. А ну-ка. Окей, это первый. Это единорог? Он не единорог? А единороги есть у нас какие-то? Фух, что-то фантазия не работает на букву Е у меня совсем. У тебя осталось 20 секунд. Буква Е где ты? Я без понятия, Макс. У меня что-то вообще фантазия не работает. Е? Я вообще не понимаю. Итак, 5, 4, 3, 2, 1. Катя, отзывайся, где ты есть? Кто? Идем, идем, где буква Е? Пускай нам покажет. Вон там она. И где ты тут букву Е нашла? Точно! Видишь, я же говорил тебе, единорог! Только мы забыли, где у нас хранятся единороги. Ну, молодец! Катя молодец, что догадалась про единорога. Я тоже молодец, что догадался, но мы не сообразили, где он у нас хранится. Ну что, Катя, ты можешь себе записать следующую букву Е. Катя может себе забрать букву Е. То есть она отмечает букву Е, и у нас счет становится 2-0. Так, Макс уже тянет новую букву. Это буква Ч. Ты секундомер, где твой? Я нажимаю, секундомер поехал. Катя пошла за это самое слушать музыку, а Макс уже думает, не показывай. Катя еще не спрятался, думай. Где у нас Ч? Черешни, чебуреки. Черный! У вас все отлично, девочка. Ага. Черный. Это тоже так. Черепаха. Черепаха? Часы. Часы. А чего там игрушка твоя лежит? И кресло тут стоит. Это у вас тут беседа, что ли, в туалете? Чего? Тут есть ваши часы. Где? О, поставь их наверх, чтобы четко было часы, да. И можешь даже за штору спрятаться. У тебя 15 секунд. Все, давай, держись так, чтобы шторы не шевелились. Время вышло. Сейчас, пока, кошка. Где-то... Буква Ч, Катя, думай, куда идти? 2 минуты, ваша. К чайнику. 2 минуты, чайнику. Да. Чайник. Чайнике Макса нет, а тут чайник заменила? Нет. Да. Давай. Какие слова есть на букву Ч? Чебурашка? Слушай, у нас где-то есть чебурашка. Катя, ты сейчас зря тратишь время. Давай подумаем на букву Ч, что есть. Подожди, у нас. Я слежу за временем. Давай. Чи, чу, че, чер, чер не подходит? Чер английское я место. Отказались, потому что это же не совсем на самом деле. Здрасте. Так. Светишь нам время, пожалуйста? Да, я слежу. Массажерный. Ничего не знаю, кроме чашки и чайника. Прошла 1 минута. Место в доме где? На букву Ч. Зрители, подсказывайте. Место на букву Ч в доме. Черешня? Что? Даже черешня в доме? Скажи! Я тебе подсказываю, что это в доме. Обычно на самом верху в доме. А что это в самом верху доме на букву Ч, Катя? Не знаю, но это на самом верху. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, спускаться. Время вышло. А где оно? Чердак место в доме. Мама, значит, нету чердака. Есть, вон там вот. Сверху посмотри, Катя. Пойдем. Макс на первом этаже. Пошли вниз. За стенкой, Кать. Крыша это. Чердак это крыша. Да, давай, пойдем. А как он может залезть на крышу, если... Пойдем, я тебе покажу, где у нас чердак. Пойдем, пойди прямо.
Сейчас я Кате показываю, что такое чердак. Вот это есть чердак, Катя. Мам, я не сказала, что есть чердак. Ну, здрасте. Прожила в доме 3,5 года, не знала, что есть чердак. Спускайся вниз, чердак. Хорошо, что я там не спряталась. Окей. Мы идем по лестнице вниз. И тут вообще нету чердака и чердака. Нет ни черепахи, ни чебурашки. Да. А что тут есть, Макс? Часы. Там есть часы. Эй, ты тут? Вот он за часами спрятан. Да не, он за тюлями. Ну, и за... Смотри, Максим был за вот этими шторами. Шторы. Шторы были за вот этим. Ну и что, зато это... Ты тоже была за тюлью. Хотя ты пряталась возле единорога. Да не, я была за единорогом. Молодец. Поздравляю, Макс. Ей! Макс заслуженно зарабатывает букву Ч. Давай, ты можешь ее записать себе. Кто вообще вот такой, Макс? Это H, да. Давай, записываем. Буква H. Есть. Первая победа. Счет 2-1. Кто выбирает букву? Я. Ты уже выбрала. Катя выбрала букву Ю. Я засекаю время. Макс идет прятаться. Итак, на старт. Внимание, поехали. Давай, заходим. И не слушаем девочек. Да. Так, время пошло. Точнее, уже 11 секунд. Что у нас есть на букву Ю? Что есть? Ютуб, Юла. Кнопка Ютуба. А где она? Наверху у вас в кабинете. И где ты спрячешься тут? Кнопки Ютуба. Нет, там видно будет, Катя. Ты там не пролезешь. Вон там разве что под желтым стулом. Или возле вот этот вот торшера этого. Ты пока слушаешь музыку, Макс, пока слушаешь музыку, вспоминай слова на букву Ю. Их не так-то и много. Я даже не знаю, что можно придумать на букву Ю. А нас тоже еще кнопки Ютуба. Ну как же мы? Отодвинуть надо, там еще все грохнется. Давай. Задвигаем кресло. Я вообще ноль. Ну Юла какая-то, я не знаю. Ютуб какой-то там. Ютуб! Mm-hmm. Кнопка Ютуба! Так, время. 3, 2. Один, ноль. Все. Время пошло. Макс пошел искать. Ух ты, как ты быстро. Что? Счет, извините, я сейчас не успела даже тут кнопку нажать. Счет. Я пока бежал по лестнице, я случайно выключил съемку. Именно момент, как Макс нашел, этого мы забыли, не получилось отснять. И, к сожалению, настоящие эмоции останутся за кадром. Но вы видели, что мы еще в туалете определились, где Макс будет искать Катю. И найти было достаточно быстро и легко. И Макс реально зарабатывает, честно, букву Ю. Я даже кнопку не успела нажать. Для телефона, чтобы снимать. И ты меня вообще чуть не спалила. Ну я ж не специально, а ты долго пряталась. Сумки рассказываешь, автобусы, прячься и все. Потом все расскажешь. Ну что, кто записывает себе букву Ю? Да. Макс! И счет становится 2-2. Отлично, хорошо идем. Буква Ю у Макса. Катя. А, Макс выбирает новую. Макс выбирает. Буква Я. Тоже все реально очень-очень сложно. Я Катя. Катю. Катя, ты готова начинать это? Время идет, Макс думает. Это вам не игрушки. Продумал? Давай, вперед. Скажи. И что ты? Ты за тобой не можешь прятаться. Какое-то, не знаю, яблоко. Я. Что у нас может быть на я? Ну, яйцо у нас есть, кстати. У нас есть огромные яйца в шеде, которые мы снимали. Короче, в сарае на улице есть огромные яйца. Давай, времени мало. Девочки, за временем следите сами. То я, да я. Где яйцо? Короче, оно где-то там, да? Ты залезешь туда где-то, вон туда. На тебе телефон. На телефон. Все, я ушел. 20 секунд, и мы уходим. Я думаю, Катя точно меня не найдет.
Я тут уже в сарае спрятался. Я, Катя, буква Я. Я, где можно спрятаться в букве Я? Время идет. Папа, ты нам подскажешь время? Катя, куда ты идешь? Обсуждаем, куда можно пойти на букву Я. Я, Блака, Я, Рус. Говори ты какие-то варианты. Я не знаю. Ой, не получилось. Хочу поставить камеру. Как это можно? О, так. Где яйцо? Сделали на другом видео, если что, то посмотрите. Время идет быстро, скоро пройдет целая минута. Катя, минута зря. Я не знаю, откуда ж я знаю? А, я не знаю, откуда все знают? Одна минута прошла. Варианты обсуждай, Катя. Я не знаю. О, яйцо, точно. Какое яйцо? В траве яйцо. Может быть, он за ним спрятался. О, она уже спрятается под полом. Яйцо. Я спрячусь вот тут уже. Немного наклонюсь. Эй, мальчик, за яйцо. 30 секунд, Катя. Ты какая? Какая буква? Я. Все, похоже, время вышло. Отсчитывай, папа. 10, точнее 5, 4, 3, 2, 1, 0. Время вышло. Выходи назад на улицу. Он на улице, что ли? Да. Где-то посреди двора скрикни. Макс, ты где? Я тут! О, он отзывается. Макс, ты выиграл? Скажи, где ты? Я тут! Стой, а как это называется? Это шед. Где тогда яйца? Макс, ты где? Кать, не лезь сверху, сейчас упадешь. Там бы кто-то поубирался. Кать, опасно. Упади. Ты где там? А как ты туда залез? Макс, что там есть на я? Яйцо. Где? Ты приколист, что ли? Яйцо тут. Я вообще не знала, что... Нереально тут... тебя тут найти, конечно же. Я выиграл, да? Ну, выиграл, конечно, но как-то нечестно в этом. Я не знаю, что тут есть. Можно мы это сосчитаем, что я типа нашла? Нет, Макс выиграл, на самом деле. Ты по времени долго бегала, ничего не находила. Фу. Я шлепок тут снял по пути случайно. Выходи давай, шлепок. Пойдемте букву приписывать. Ну что, мы с Максом готовы идти слушать музыку, ага. А Катя ищет себе букву. Буква Э. Ух ты, как интересно. А мы пошли. Э, то есть на букву Э. Экран. Электрокар. Что? Электрокар. Идем. Elementary school. Куда мы идем? Куда мы идем? Гараж. Гараж пойдем? Пойдем. Вот электрокар, значит... Вот этот грузовик тоже электрокар. Думай о букве, буква Э. Э, 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 Э. Давай, садись тихонечко, прячься там. 20 секунд у тебя. Так. Экробат. Не акробат, а экробат. Нет, так не бывает. Электрокар. Электромобиль! Все, время вышло, Катя. Ты сейчас перевалишься, слушай. Минута вышла, мы бежим искать. Ух ты, куда ты бежишь? Ну это какие-то у нас тут все уже и нерабочие электромобили. Электромобили, электромобили. Ничего нету? Стоять времени нет, осталось 1.5 минуты. Экран.
Экран какой? Телевизора? Не знаю. Экскаватор мы уже посмотрели. А где он? На улице экскаватор, да? Где у нас еще может такое что-то быть? Ну, там за телеком вряд ли, Катя. Но есть еще экран. Где у нас? Где у нас второй телек есть? Электрокар, я не знаю, как... О, вот так. Хорошо. Я в гараже. Тут два электрокара. Макс, даже забыл, где у нас есть второй телек. Там что? Ну да. Нельзя. Почему? Потому что это спортзал. Спортзал? Это просто нельзя, потому что у нас он не спортзал, а у нас он как склад. Но прятаться почему бы и нет? Мне кажется, что они меня не найдут. Так что, бем, пока. Привет, пока. Привет, пока. Нету никого? Угу. Да, показали весь свой хлам. Спортзал. Видите, как мы занимаемся спортом? Захламляем дом. Тут тоже всякий хлам. Где тут что на букву «э»? Мне кажется, что я их слышала. Осталось 30 секунд. Ты вот это... Куда побежал? Она может быть в сарае. В сарае? Хотя, может быть, нет. А где у нас электромобили хранятся, а? Осталось 20 секунд. Ты где? Я тебя не вижу. Я без шуток уже пойду. Куда? А, кстати, электромобиль, точно. Но мне кажется, ты, Макс, немножко не до... Все, уже одна минута. То есть минуту еще еще. Нет ее там? Ну, времени нет. Времени 5 секунд, но еще гараж. Гараж наш полный электромобилей. Но времени нет уже идти в гараж. Ты не успеешь, потому что время вышло, Макс. Ладно. Уже даже 5 секунд. Катя все-таки там. Фух. Счет 3. Че, выключился телефон мамин, да? Счет 3-3. Ну давай, пройди, поснимай, где она там спряталась, а то... Катя! Тебе тут удобно? Как ты там селась? У нас полный гараж электромобилей. Ой! Покажи меня, Макс. Вот тебе зеленый, белый, синий, там полный хлам. Но тут куча электромобилей. Где бы ни спрятался ты, даже вот в этом грузовике. Это тоже электромобиль. Ну, прошу, Кать, как ты туда залезла? Смотри, тут была маленькая щель, я туда... А как ты вылезешь теперь? Давай. Ух ты! Катя, ты спасена. И теперь, Катя, ты себе заработала букву какую? И у Кати получается УЕЭ. Буквы УЕЭ. Выходи из этого хлама. Вот это место у нас называется гараж. Так, какая буква и кто ее записывает? Катя записывает букву Э. Я выбираю вот это. И это З. Буква З. Вот это интересно. Где маркер? А, кстати, где маркер? Стой, может, Гуччи просто открыл, как всегда. Я предлагаю Кате идти слушать музыку. И время это я скоро включу. Погнали! Мы начинаем. Итак, все, время пошло. Время пошло, поехали. Да. Я помню, есть слово «зона». Зона... Ну, нет у нас такой зоны в комнате, в доме. Или даже на улице. Зома, земля, знамя. Земля! Ну, под землей что ли, закопаешься, что ли? Еще вот этого не хватает. Есть забор. Чего? Где? Давай, может, подумаем, что у нас есть за слова на букву «З». И что ты? Вот там спрячешься? Очень ну много. Правильно. Только тебя тут и легко найти, нет? Yes. Какие слова есть на букву З? Змея. Зонт. Это все, что ты знаешь? Надо просто уметь. А? Сейчас надо искать его, у нас 2 минуты. Надо подумать, что же может быть на букву З. Задумайте. Если закрыть калитку. Я закрою. Спасибо. Вышло время. Так, 2 минуты начались. Куда мы идем? Буква З. Зонт. Змея. Где у нас зонты? Где у нас змеи? Если там зонт, надо идти на улицу и смотреть. Ну, я не знаю, но потом туда. Змея. На улице у нас живут змеи. Нет, на втором этаже. Кать, время идет. Ты посмотрела внимательно? Время выходит, Катя. Тут нету змеи, тут есть всякие одежды.
Есть игрушка. Забор. Зонт. Забор! Зомби. Ты теряешь время даже на то, что обуваешься. Нашла. Я думал вас увести немножко в неправильную сторону и сказать слово «замок», и вы бы побежали не туда, но я не стал. А как мы не додули замок? А я хотел, чтобы вы пошли в другую сторону. Молодец, Пятерик. Максим, ты похож вот так. Класс, Кать, поздравляю, ты молодец. На английском. Не путай, Макс. Зарабатывает Катя. Пока что идем почти ровно. 4-3 счет. Макс уже пошел в свою спальню. Ц. Буква какая? Ц. Буква Ц. То есть время пошло. Так, буква Ц. И мы должны так думать. Цыпленок? Ну, например. Катя, Ц. Что у нас тут? Цыпленок. Цветок. А тут у нас одна минута, ты долго обуваешься. Цветок. Точно! Там не цветы точно, Катя. Может, через другую дверь? Ты не пройдешь там сейчас. А, у нас сегодня работали гарденеры. Давай. Что? Время выходит, Катя. Быстрее. Эти цветки. А где же у нас там цветы? У нас нету цветов. На, отдаю. 2-1-0. Время пошло, мы пошли искать девочек. Ну, цветок, например. Ну вот, цветок стоит, но там нет Кати. Я так и думала. Привет, я тут прячусь в мокрых цветах по имени Лаванда. На клумбе у нас нет цветов, никаких роз. Так. Так, ц. Ну, я реально не знаю, как я реально спрячусь, как ты так наклонюсь. Извините за это, за мои волосы и за вот эти ветки. Ну, вот, я подсказываю, цемент. Итак, время не вышло. Так, 54-57 секунд. Ты на улицу собираешься? Ага, на цемент. На цемент? А где у нас цемент есть? Максим тут. Слуха, не зашли домой? Так, я тебя не догоняю. Где ты есть? Обуй, неважно, не обуй, неважно. Короче, осталось 30 секунд. Цветы. У нас много цветов. Да у нас мало цветов. Нет цветов. А, так вкусно пахнет. А там что открыто? Ты что думаешь, Катя здесь? 15 секунд, Макс. Не было паутины, пауков. Катя, ты здесь? Nope, не здесь. И, Макс, время выходит. 8, 7, 6, 5. Все, 2 минуты. Время вышло. И где ты, цветов... Катя? Катя! Что? О, оказывается, ты поспешил там, да? Пробежал и не увидел, где Катя. Фух. И где же она? Цветок! Все-таки есть там цветы? А там цветы или там только зелень, Катя? Ну да, скоро будут цветочки. Смотри, где Катя спряталась, а? Казалось бы, что у нас цветов нет, но Катя нашла. Молодец. Как это Катя так додумалась? Так я же тебе подсказывал. Цветок. Ну вот, смотри, вот тоже куча цветов. И они уже, похоже, скоро распустятся тоже. Ну это цветы, но тоже цветы? Ну, как бы почти цветы. Да, не совсем, но цветы. Что? Они пока что
мы спустились, но все равно это цветы. Согласен. Катя будет уезжать. А у меня будет. Еще. Может быть и не будет. Катя отрывается. Что? 5-2. С. Катя, ты идешь слушать. И я время начну, когда Катя зайдет в туалет. 3-2-1. Время пошло. Анализируем на букву С. Что у нас есть? С. Что есть на букву С, чтобы найти Макса? С. Свет, солнце. Слово. Стена. Стена. Сова, совунья, закроуха. Сарай. Сарай, еще. Я не знаю, как за словом спрятаться. Вот есть очевидно слово. Но это же не слово. У нас почти в каждой комнате есть стол. В любой практически комнате он есть. Макс, так столов куча у нас. Стул. Стол, стул, что еще есть? Стена, семена. Быстро, Макс. 50 секунд. То есть еще 10 осталось, Макс. Так, еще 10 секунд, и мы выходим. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Время вышло! Время вышло! Так, на букву С. Бежим в сарай. Ты так долго тратишь. А где, кстати, а где вторая пара обуви? Вот, просто обувь. Нет, я про твою. Фух, я не продумался совсем. Са. Так что? Я думаю, что раз он уже здесь спрятался, то Макс, второй раз не полезет. Привет. Макс! Не видно, не слышно. Дальше, не тратим время. Я спрячусь в дверь. Там тоже стена есть. Под столом, под стулом. Время выходит. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Нету. Макс, отзывайся. Я тут. Теперь главное, чтобы это была буква С. Потому что у нас были сложности. Я возле стены. И где Макс спрятался, я честно не знаю. Возле стены. Потому что я его уже оставил и пошел вам говорить. Я возле стены. Как? Короче, я так понимаю, кто прячется на третьем этаже, у него есть преимущество. Потому что пока сюда дойдут, отбегут все. Эти... Давай, давай, курицы. Давай, кошка, кошка, по лбу ему дай. Кому записываем букву С? Максиму. Катя просто не успела, да? Меня чуял. У Макса все, были сложности с исканием, с поиском. Буква Т. Макс уже может идти прятаться. И время начинается. Я уже знаю. Прямо сейчас. Пошли. Погнали! Давайте быстрее. Ты что? Нет, 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 нет. Сейчас все упадет. Ты что? Так. Т. Т. Что может быть? Терка. Терка. У нас нету. Есть терка, ну как за ней спрятаться, что? Залезть в свою посуду? Так, куда ночью? Ой, точно, чулик. Так, быстренько. Мне кажется, вон там хорошее место, Катя. Тихонечко. Тарелка. Тарелка тоже, да. Табуретка. Тихонечко присела, чтобы тюрнуть шатались. Время идет, Катя. Готова? На каждом окне у нас висит... А Макс не слышит. У меня что-то попалось... Кошка. 3, 2, 1, 0. Время пошло, думаем, буква Т. Где? Ну, не знаю, а что там на букву Т есть, кроме барабанов? Ох, я не успеваю. Где ты есть? Стол, кровать. Тут на букву Т, Макс, думай, 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 думай. Что может быть на Т? Тарелки, тракторы. Трактор.
еще у нас на каждом окне что-то висит тоже возле штор, похожее на те тюли, занавески которые. Трактор, ты проверил? А то я тебя уже увел. Ты трактор проверил? Да. Отлично. Так, я уже закрыл цель подвижную. Тюли! Есть тюли? Да, она ими гладит. Я ее за тюлями тюсюкала. Короче, самый комфортный этот у тебя тут. Тебе, да? Ева. Не, в Порше, наверное, был. То есть у Кати очень такой релакса-клуб, да? А ну, откройся нам, красавица. Где ты есть? Юль, читай, покажи личико. А где кошечка? А вот она. Привет, Иви. Короче, самый комфортный этот у тебя тут раунд, да? Не этот классный. Сидите гладить кошечку. Давайте идем записывать букву Т. Было 4-5, стало 5-5. Макс выбирает букву. И у него одна минута будет, чтобы спрятаться. Буква какая? В. Был. Я уже а что знаю. Это? Буква В. Катя идет в туалет слушать музыку. А я знаю уже. Хорошо, мы тихонечко никому не говорим. Катя заходит. Где можно обмануться, скажи мне. Я и громче, они меньше, звуки меньше. Бананы, бутылка, бабушка. Мне кажется, это очень очевидно. Барабаны, это так очевидно, Макс. Она сразу сюда пойдет. Нет? Ну как хочешь, я не могу, я не буду тебя отговаривать. Что еще есть? Что? Что еще есть на букву Б? Помоги. Не знаю. Батат. Что? Батат. Комната? Все верим. Это все как барабанная комната. Целая комната? А если они скажут, что не засчитаем? Это барабанная комната. Ну, что будешь спорить тогда. Так, Макс, 30 секунд. Ты точно здесь? Что, батут? Белка. Барабан. Барабан. Ну, это не барабан. Короче, ладно. 36, 37. Здесь? Окей. Катя, давай начинай. Окей, я иду к барабанам. Я иду к барабанам. Белка, бусы, хоть время, думай. Прошло больше 7 минут. Это машина. Нет, грузовик. Грузовик, но это не на Б. Булки, баклажан. 30 секунд. Время выходит, Катя. Это кресло. Причем тут кресло, Катя? Тут нету тоже, видишь? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Макс, отзывайся! Я тут! Макс, отзывайся! Я тут! Макс, отзывайся! Я тут! А где это? Барабанный пол. Это не... Батарея, Кать. А, точно. Фух, батарея меня спасла. А ты не знал, где ты прячешься, что ли? Я прятался в барабанной комнате. Но я не думал, батарея мне поможет. Ха, молодец, Макс. Заслуженно заработал. Ой, ой. Максим, я вот тут была. Спасибо маме за подсказку. Ура. А вы не знали, да, что там батарея тоже? Макс записывает... заработанную букву. Катя вытянула новую. Катя уже вытянула И. Пойдешь прятаться к индюкам. Чё я с тобой? Чё я с тобой, Катя? Мы с тобой думаем, куда мы будем прятаться. Мальчики уходят. Сейчас, стоп, я включаю камеру. Включаем. А то у меня все другие по активности закрываются с этими прятками. Стоп, сброс. Время пошло. И кружки на И. Итак, ты думаешь, какие индюки? Или что там еще может быть? И игрушки. О, это везде. Это в любом месте в нашем доме может быть.
У нас очень мало времени, быстренько. Я тут игрушки, я расскажу. В чем ты все носки тут на виду, Катя? Ах ты жуткая. Дай, дай, дай. Я залезу. Вот, вот это. Нет. Икре? В ванну с икрой прыгнуть? Я тут возле игрушки. Я тут очень удобно место нашла. Я буду сидеть. Фух. Поехали! Мы побежали искать. Куда побежали, я не знаю. Потому что игрушек у нас завал. В любую комнату зайди, наверное, даже в родительскую. За ней тут искать. Мне кажется, что они меня не найдут. Так, давай быстрее, время не тратим, 20 секунд прошло, а мы все болтаем. Может, не только игрушки, может, мы не знаем, какое слово там, типа, как батарея была, например. Тут есть игрушки. Не сказали игрушки, это нет. Ты думаешь, тут? Макс там прятался в предыдущем прятке. По цветам он прятался, да? Папа! И чё? Есть! Чисто случайно Макс увидел Катины джинсы. Вылезай вся, Катя! Раз есть Катины джинсы, значит там есть и Катя. Катя, знаешь, чем ты вот себя выдала? Ты взяла Максимину игрушку. Да не, она там лежала. Да? Да, она там сидела. Ну, в общем, Макс опять выиграл. И как ты ее заметил там? По джинсам. Ага. Совершенно случайно. И мы идем записывать букву И. Пошли. У меня уже 7. Вай! Что, Вай? Лучше прятаться надо. Реально, там пол Кати было на виду. Надо было так спрятаться, чтобы ты не торчала совсем. Так игрушек у нас везде завал. Надо было выбрать побольше. Ты уже записываешь себе букву И? И у меня уже чуястби. Чуястби? Ну, хорошее слово. Катя уже вспотела. Так я уже позакрывал все круги активности на своих часах. Реально? Да. Бегать тут с вами. Так, я буква прячу, записана. Да? Мы идем слушать. Не, мы... Мы идем прятаться. Да, да. Катя идет слушать музыку. Катя пошла слушать, а мы думаем, где же Макс будет прятаться. Итак, время. Три, два, один. Время пошло. Подожди, ну буква. На ноги. Возле манекена. Ноги? Не знаю, ноги, манекены. Где-то, я, честно, не знаю, где. Я не помню. Не, ну это что-то сложное. Ноги какие-то. Давай тут кучу вот сейчас найдешь. Помню. Мне кажется, на ны можно найти много всего. Сейчас я сложно сообразить. Итак, буква Н. Где у нас есть буква Н? Где у нас есть что на букву Н в доме? Ночь. Нутелла. Нутелла, ночь. На кровати. Ух, как же это непросто играть в прятки. Небо. Что еще может быть? Ну, Максим профессионал в Майнкрафте вообще-то именно. Да? Молодец. Так. Накидка какая-то, не знаю. Кстати, накидка, это у вас... Ну то плащ, не годится. Быстро думаем, ну придумать. Наша, Нуша, Миша. Нюша. И смешарики. Прошла уже целая минута, вот сейчас прошла минута, да. Что мистер такое? Яйца, помоги мне. Это я на Пасху его сделала. Ходи, смотри по сторонам и думай, где что называется на букву Н. Минута 20. Наверху, думай, что у нас есть наверху на букву Н? Я даже не знаю. Честно, не знаю. Я так вот... Хотите смотреть? Казалось бы, простая буква Н, а так сложно, да? Лего, стол. Это что, аэрохоккей, это на А? Как сложно все. Кошки, настил какой-то, не знаю. Ну, наволочка. Наволочка. В наволочку залезь. Знаешь, что такое наволочка? Это то, что накрывает... Подушку, я уронил кошку, ничего, побежали дальше. Думай, где? Рубашка, что, где? Ты куда? Макс, я должен озвучивать время. Держи камеру. Сам уже допрячься. Время вышло. Так. Мистер Яиц, ты нам будешь помогать. Где мы идем? Куда мы идем? Что мы ищем? Анна.
На. Что есть на букву Н? Подсказывайте в комментариях, пишите. Давайте. Так, уже нету даже второго. А, есть. Отлично. Куда ты идешь? Скажи мне, ты время зря тратишь. На улице. Может быть. Домики. Монстр трак не подходит. Что еще? Паровоз не подходит. Кстати, на букву П паровоз. Катя, без 10 секунд остается минута. Так, ночь. Нора, кстати. Ниша. Нюша. Обувь прячет в какую-то нишу. Барбекю. Тут мусор, Катя. Уже идет вторая минута. Остается 40 секунд, Катя. Чуть не убили. Так, куда идем дальше? Мы все по одному тапку по дому разносим. Катя, время выходит, 20 секунд остается. Да. Давай, у нас уже времени нету искать. 10 секунд, Катя. Н. Слово на Н. Нора. Где у нас есть нора? Время вышло, 5 секунд. Как короче, вышло. Я могу уже официально объявить на букву Н слово «ничья». Правда? Да. Оно оказалось таким сложным. Мы даже забыли, что прятаться надо одну минуту, и прятались целых две. Я не знаю, где там сейчас Макс. Можно пойти просто проверить, где же он там спрятался. А слово «ниша»? Ну, у нас нет такой ниши. Там, где обувь сложена. Вот это просто... можно назвать нишей? Ну, может быть. Для обуви. Но это не... Ну, там Макса нет. Идем проверим, где же все-таки Макс. Что он, как он схитрил? Макс! Я под накрывашкой. Что? Идем наверх смотреть, где же он есть там. Ты тоже не знаешь, где он спрятался? Макс! Какой накрывашкой? А ну. Макс. Где там накрывашка? Я накрылся. Ой, как ты умно придумал. Накрывашка. Ой, засчитываем? Да. Реально, просто нигде нельзя спрятаться у нас на ноль. Он классно придумал накрывашку. Ну, отлично, все тогда. Кстати, второй раз срабатывает. На третий этаж не доходит просто искатели. Так что, соглашаемся на ничью или все-таки отдаем Максу букву? Чу я студент. Есть, отлично. Макс забрал себе букву «мы». Катя тянет новый буква. Какой же новый буква будет у Кати? Р. Р. Я уже бегу. Давай. 3, 2, 1. Время пошло. Я уже закрыл, и вас не слышу. Я знаю. Ну ладно. Катя, мне придется. Давай, быстренько. Роза. Вот куст розы. Так. Вот так вот спрячется Катя. Ты сейчас поколешь себя, Катя. Нет. А? Может, поедут на рыбалку, может, полетят на ракете. Фух, как же непросто. Но они же в Рим не полетят. Ай, мне тут спина чуть-чуть болит. Ну ладно. Ага. 2, 1, время вышло. Ай, я тут на кустик села. Мне кажется, что после видео у меня будет целая спина затяжек. Мы идем искать, время вышло. Куда мы бежим, норы? Рогатый юникор. Рогатый юникор, рога. У нас нет больших рогов, чтобы за ними прям так спрятаться. Фух, тоже сложно оказывается, да? А так почти как мы. Так. Они могут быть на третьем. Ага. Использовать мою подсказку, что до третьего никто не доходит? Ага. Так. И? Ты помни о времени. Скажите, если вам понравилась наша кошечка Иви из прошлого раунда. На Т. Там Кати нету. Тут я ноги на букву Н. Макс хотел здесь спрятаться. Так. Я тут не вижу,
Вообще, что у нас, фантазия плохо очень? Какие, может быть, буквы на Р? Мне очень было трудно прятаться в гараже. Первое. Радиатор. Кстати, это как батарея, радиатор. Или рабочий кабинет. Ну, в кабинете мы были, вроде не было, Кать. Где у нас есть радиаторы? Не видно, Катя. Тут нету, да? Фух, как ты летаешь. Что? Где? Ру, ну это в шкафу, ё-моё. Макс, время идет. Прошло, кстати, тебе осталось 25 секунд. Да, на улице у нас нет ничего, но мы уже не успеем даже выбежать, я думаю, туда. А что у нас есть на Ры на улице? Думай, что где не бежать. Я не успеваю. Макс! Макс, ты чё? Ты куда? А и что тут есть на Ры? 2-1, время вышло, Макс. Ну, время вышло. Куда нам идти Катю искать? Мне кажется, что там уже есть парочку дырочек на мне на спинке. Ой, кольца. Макс, на переднем дворе, говорят, Катя. А что там на Ры есть? Я даже не знаю. Что там на Ры? Ну, давай, думай, пока мы не дошли. Хотя бы проявим сообразительность. Range Rover! Там две буквы Р! Прикинь, вот это ты затупил, Макс! Катя, Range Rover, чего я затупил так? И что, есть она? Я удалилась. А что ты там давишь наши кустики? А, а что там на букву Р, Катя? Розы. А, точно. А смотри, где там розы? Ну, это куст роз, да. Действительно. Ладно, я засчитываю. Удалилась. И потом посмотри на спину мою. А ну, покажи спинку, Катину. Спинка поцарапана, пальчик покажи. На спинке не так видно. У-у-у, да. Вот это по-настоящему колос. Катя точно заработала на букву Р. Именно заработала себе букву Р. Потому что я специально потерпела вот это. Молодец. Вот это уважуха. 14 букв исполнилось. Ну что, Катя пускай сама себе запишет, да, победу. Записывай себе победу, букву Р, Катя. А я выбираю вот это. Давай, записывай, и мы готовы идти. Стой, где мне? Да, это буква Р тебе, ты заслужила. У меня сейчас! Он вообще меня нашел. Он не успел. Ты выиграл. Ты выиграла, реально? У меня сейчас! Щи! Пойдем ловить щуку. Так, время я не засек. Раз, два, три, время пошло. Ну что, где? Так, ну как там тебе на улице было? Хорошо, очень тепленько, но очень колючее. Щит, а что может быть на щит? Щит какой-то. Щетки. Щетки. И что? Да, пятнашечка моя. Целая спина в колючках. Какой несчастный малыш. Что ж ты полезла в розу? Ты слышала, Range Rover можно было выбрать. Машина папина, Range Rover. Представляешь? Так, у нас меньше 30 секунд. Куда ты бежишь? Я закрою дверь, эту кошку бежит. Что, тоже царапина, что ли? Нет. А что это такое? Просто случайно тянулась во время видео. А, ну ты, слушай, вообще сегодня страдаешь. 10 секунд, и мы выходим. А как же ты там спрячешься, Макс? Что? Ну, вон наши щетки стоят. Не знаю, полотенцем разве что накроешься? Просто вот так, тогда к передней щетке, к передней стенке прижимайся, чтобы тебе меньше видно было. 5, 4, 3, 2, 1. Щербет, время вышло. Щербет! Щербет, так. Ну, найдет я на Марс. Это сладость, щербет. Щука, щербет. Гучина. Это гучина сортировка еды. Так, куда ты идешь? Щи. Кать, подумай, щи внимательно. Давай. Варианты. Зубная щетка. Очень плохо спрятался. У меня буква Щ. Щетка для обуви. Кстати, щетка для обуви. Щеколотки. Никого нет? Щеколадка. Щеколадка? Там никого нет. Так.
еще давай озвучивай, что ты знаешь на букву щи. Щи. Это борщ. Что там? Это я. Это папа. Так, одна минута. Кать, ищем. Вместе ищем. Помощь только в том, что бегайте, бегайте, бегайте быстрее. Давай, давай, давай. О, уже кто-то устал. Экватор пряток, а уже кто-то устал. Ты опять на третий этаж пойдешь? Так. Никого нет. Опять на третий этаж. 87-й раз за день. Так. Не буду. Так, там есть? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Где ты был? Я тут! Я тут. А что ты там? Возле щеток. Чтоб тебе хорошо было в этом мире, ты там знаешь? Там аж 3 щетки. Ты это видела, Катя? Ма! Щетки он выбрал. Я уже заслуженно записываю щетки. И теперь чуяст бинж. Чуяст бинж? Катя уже может тянуть себе новую букву. Это буква К. Катя! Хорошая буква. 3, 2, 1. Время пошло. Так, думай, что кроме кровати еще. Кровать, карета, вот. Молодец. Сквозь. Давай. Кровать, карета. Ку-ку, накляни. Время вышло. Мы пошли искать. А, не убейся. Где может быть на букву К? Кровать? А, ты туда побежал? За кровать. Что, мы сейчас все кровати будем оббегать? Что еще есть на букву К? Думай, чтобы сразу обходить все эти места. Фух. Так, в душе ничего на букву К нету, да? Коврик какой-то. Кстати, коврики. Новая подсказка. Коврик. Но под коврик... Что, что, время, да. Поставьте лайк. Или напишите в комментариях, если вы выдержали эти розы. Укалились, тут бы выдержали, и мою спину выдержали. Фух. Кстати, кладовка, точно. Но там места нет, там забито. Кстати, почему там свет горит? Все, выходим, выходим. 40 секунд прошло. Где, где, куда, что? А там что? Тут. Тут может быть какая-то карета, не знаю. Кровати мы не все обошли. А время прошло уже больше минуты. Помнишь, как Катя хорошо на твоей кровати была спряталась? Ага. Тут, наверное. Нет, там она не может быть, точно. Под кроватью именно. Где-то на кровати, не знаю. На твоем одеяле нету? Она там когда-то очень долго была. Там нету, точно? Где у нас еще кровати есть? Кровать-машина. Выдержала. Это не сильно было, это так уж и больно. Фух. Кровать-машина нету? Нету никого. Да, кровать-карета еще есть. Кровать. Кстати, карета, точно. Что со временем? Я не слежу, я вообще не успеваю следить за временем. Время 53 секунды. Оставалось 8 секунд, как ты ее нашел. Вау! Ну, Макс старался, реально старался. И как это ты сразу не додумался, что надо идти сюда? Кровать, карета, двойная К. Фу, хорошо, что ты не потратил время на гараж искать там карету. Катя, твоя очередь прятаться. А Макс уверенно идет в лидеры этого. Да, на 4 буквы. Молодец. Макс уже записывает себе букву К. Катя может уже тянуть себе. Подожди, я... Макс тянет букву. Ой, я придумала, как я сразу не додумалась. Просто вот так и вот так сделать. И где это ты спряталась? В Кате. У Макса буква Г. Я спряталась. Катя, ты готова это идти слушать музыку? Это очевидно. Мне совсем не очевидно.
Нет, нет, Макс уже вытянул. У Макса буква Г. 3, 2, 1. Я время знаю. Пошло. Погнали. Я сам не знаю, куда это может бежать. Ага. Ну да, логично. Гнездо. Гараж, гнездо, вот реально есть гнездо в дереве. Правда? Ну не гнездо, а такое дупло маленькое. Ага. Там еще что есть на букву Г? На букву Г слово гараж, верно? Так, только, Макс, прошу тебя безопасно прятаться. А то у нас такой завал тут. Время вышло. Куда мы идем? Гараж. Так, я надеюсь, меня не видят. Я в гараже тут. Через комнату позорную. Так, о, тут свет горит. Макс, ты в гараже? Лежу в гольфах. Так, Макс. Лекакакс. Нет? А там за углом, за машинкой нету? Еще не пройти. Нету? Не тут, не там. Ой, там лучше не лазить, чтобы ничего не упало. Ну ладно, давай допустим, что его тут нету. Кто бы поубирал это все? А что еще тут есть? Гнездо, ты говорила, какое-то у нас есть. Но у нас есть дупло. Дупло? Нет, гнездо. Они ушли. Хорошо. Можем посмотреть. Но... Давай, время. Но все равно мне кажется, что он возле него, потому что он маленький. Показывай. Вон там вот дупло у нас есть, Катя заметила. Еще в другом месте? А, так больно по камням ходить. Там, но его тут нет. Тут не очень больно. Действительно, я сама в носках бегаю, а твои обуви буду носить. Так, дальше варианты. Г. Гу. Гу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Макс, ты где? Я! Вы посмотрите, Макс в гараже. Я его там оставлял. Ты реально веришь, что он там? Ну, раз папа говорит, то да. Макс, ты... Где? Я тут. Где? Где ты тут? Где? Ну, это нереально. Где? Я вижу, он где? Под экскаватором. Максим, ну, это было нереально. Максим, ну допустим, что я тебя нашла, потому что я знаю, что ты был в гараже. Кать, ну на самом деле это не так. Макс выиграл. Давай, Макс. Надо было внимательнее смотреть. Но он реально, Макс спрятался очень круто. Вылази только так, чтобы на тебя ничего не грохнулось. Стой, вот эти коробки. У нас было уже ше. Нет. Потерял кепку. Вот твоя кепка. Катя вытянула букву М. Она будет прятаться за мамой. За Максимом. А мы уходим. Макс. Возьми меня на ручки и ты все. 3, 2, 1. Время пошло. Фух. Макс, мама. Это варианты неподходящие. Она может спрятаться в Максимину комнату. Ну да, но не совсем. Это... Мамину комнату. У нас такой комнаты нет. Там тут близко. Полз это возле меня. Главное, чтобы она для меня... Машина! Да, например. Я поставлю локти. Фу. Смотри, как мы думаем. Девочки думают роза, а мальчики думают рейндж-ровер. Я не знаю, что сказать вам. Ай! Больно, лучше палатку буду делать. 3, 2, 1. Пуск! Держи мою сначала и твою. А ну, мою комнату. Ну, ладно, давай. Ой, мамина комната. Ну, это не то. Я бы туда не шел даже, если честно. Максимина комната, ну, как бы больше похоже. Чуть не свалились. Как-то мне больше нравится вариант с машинами. Не знаю. Машин-то у нас-то много. Можно запутаться, пока все это... Кстати, машинки есть даже и на третьем этаже моя. Машинка, которую я собираю. Еще буду кайфовать. Нет.
это? Я захлопнул двери. Как же мы вернемся? Мамину машину давай. Так, ты смотри, а я пока уже стучу, чтобы нам открыли. Или идем через задний двор. А, нам открыли, бегом. Давай. Полетел. Прошла 1 минута 5 секунд. В микроволновке вряд ли она сидит. Опять машины. Так, давай тут смотри. Так, мамину ты обсмотрел машину, да? Внутри она не сидит случайно? На улице нет машин. Что там у нас еще есть? Фух, как все непросто. Бабакян. Давай. Она там! Что, заметил? Есть! Точнее, 1 минуту 35 секунд. Катя, кстати, достаточно плохо спряталась. Тебе помочь? Давай. Так, и стой, тихонько. Давай, выходи. А я думаю, где моя обувь? Вон она. Катя забрала, да? Где моя обувь? Где мои калоши? Вот еще второй. Ну что, Макс, я тебя поздравляю, ты опять нашел Катю. Кать, а реально ты спряталась Катя немножко... половина ты, ты плохо спряталась, тебя сразу было видно, Макс только вышел. У Кати половина моего. Окей, пошли продолжать. Еще 11 букв. Готовы продолжать? Папа, скажи, что это нечестно. Я скажу, что все честно. Макс бегал как ошпаренный по дому. Я заслуженно пишу М. Заслуженно, так. Макс уже третья строчка пошла. Ну что, мистер Егерский? Что ты выбрал? Х. Хорошее место? Да, очень хорошее. Холодильник! Как вы думаете, что есть дома на букву Х у нас? Холодец, холодильник. Холодильник точно нет? Холодильник. Что еще может быть у нас на Х? Хурма, холм. Хурма есть. Холм. Холм что это? Холм это там, где... Кучка такая точно. На земле. Не знаю, думаю, что может быть на х. Халупа, холодильник. Холодец. Холодец, хрен. Что еще есть на букву х? Хроз. Хихуха. Хихуха? Будем искать там, где хихуха. Да. И что тут на х? Ну, быстрее думай. Если нет, побежал дальше. Мне что-то похоже на букву Н. Как Н невозможно было найти, так и Х. Кстати, холодильник. А если оттуда достать все, ты сможешь туда поместиться? Время вышло. Лучше ты видела Максима! Лучше, где Максим? Скажи нам. Давай, время. 2 минуты. Слышно, кто-то бегает. Максим! Макс! Я не знаю. Макса, любимое место, это третий этаж. Ну все, я сдаюсь. Что я такое? Я не нашел места. Серьезно, букву Х не нашел? А в холодильнике? Получилось. Ну, в холодильнике как-то некрасиво прятаться. Была идея спрятаться в игрушечном холодильнике, но не было уже времени. А халупа? На какая улице халупа? Есть разваленный домик. Что? Что такое есть? Что такое халупа? Домик, который мы 300 раз красили и не докрасили. Это халупа. Ну, можно было, да. Я не знала, что такое халупа. Вот будешь знать. Разваленный домик. В общем, Катя заработала букву. Пятерик. Она нашла Макса раньше, чем он спрятался. Бе-бе-бе-бе-бе. Ма? Че у меня такие плохие буквы? Ма, давай мы ему еще 1 минуту дадим, чтобы спрятаться или нет? Что, не забираешь себе этот выигрыш? Ну, если хочешь. Как ты думаешь? Нет, я считаю, по правилам, Макс не успел. Зрители, идем как вы думаете? Дальше. А ну, ты герой, не раз так. Напишите, зрители, свои мысли по этому счету. Как считаете, стоило ли Максу дать еще 1 минуту? Я считаю, что нет. Я тоже. Ну ладно, раз нет, тогда нет. Все, буква Х идет в банк Катя. Макс, а это ты был твой шанс. Или ты все еще хочешь? Я... Нет. Окей, моя выкатывалась. Выбирай, я иду уже в туалет. Давай. Когда ты выберешь. Отлично. Катя тянет букву, мы должны увидеть, что это за буква. Ж. Ж. Где ты будешь прятаться? Так, я не пошел, 3-2-1, go. Так, Катя, что у нас есть на букву Ж? Быстренько давай обсуждать. Жаба. Катя, у нас есть жаба внутри твоей пойдем. Давай. Как ты? Жаба. Реально зеленая жаба, если лягушка.
Так, давай, думаем, что... А что, реально, что это может быть? Жук, жаба. Ну как я? Они обсуждают, что это для жабы на улице. Давай, назад. Желудь. Желудь? Желудь, жемчуг. Жилье для кого-то. Жилье, просто в домик смейся красный. Давай. Это жилье для детей. Катя, вот домик был красный. Быстрее. Все. Молодец. Отлично. Ты будешь здесь, да? А, ну есть железо. Железо? Ну как-то да, но у нас его немного. Да. Так, чтобы прям прятаться. Так, 40 секунд. Фух. Главное, чтобы не паук или муравей. Как раз я вижу паука. И жука какого-то. Время вышло, мы бежим искать. Вариант только жаба. И где наша жаба? Ну я уже вижу, что Кати там нет. Там видно, что ее нет. Журавлей у нас нет. Животных тоже как-то, ну, прям, чтобы назвать их животными. Что? Этого по имени тоже нет. Вот жук, вот паук. Ну, давай тогда вариант с железом. Что у нас с железом есть? Ты за щеткой прятался зубной? Вот Катя где-то за железом прячется, наверное. Где это у нас такое есть железо? Или жемчуг, или журавль, или жаба журчащая. Я уже не могу по этим лестницам бегать. Где ты? Я уже устал по лестницам бегать. Я уже 100 раз поднялся на 2-й этаж, а на 3-й. Так, 2 минуты. Фух. Я даже не заглянул. В шкаф ты заглядывал? В шкаф, Макс. Фух. Если что, это не дом, это жилье. Осталось 40 секунд. На бэк-ярд. Так, время 40 секунд. 20 секунд осталось. А, я не успеваю за ним бегать. Макс, ты где? Где ты, Макс? Ё-моё. Фух, еле догнал. Итак, время. 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Кать, ты где? Не понял. Я тут. Я ничего не понял. Где-то у нас буква Ж. Итак, мы видим розовый домик. Жилье. Интересный вариант. Жилье. Ну вот я не знаю, как мы засчитаем этот вариант. Жилье для кукол. Ну уже лучший вариант. Ну, я думаю, можно засчитать. Катя же нам засчитывала всякие батареи там или что там еще. А, Катя, знаешь, что тебе? Катя, накидку тебе вот эту, накрывашку засчитала. Значит, жилье тоже засчитывается. Молодцы, девчата. Но все равно, но было невозможно. Я за то. Катя записывает себе букву Ж. Катя, что ты экс? Ты ж не экс все время. Выравнивай экс, теперь пиши Ж. Такой же экс, только с палочкой посередине. Жирный экс. Ну, вот так. Отлично, да? Фух. Готовы продолжать? Готов, Макс, выбирать букву по имени П. Ждем, пока Катя зайдет в музыкальную комнату. Пойдем в музыкальную комнату. Музыкальный туалет. Катя идет? П. Катя. П. Пу. Пол. П. На букву П что может быть? П. Где П? Не, ну это неправильно. На полу сидеть. Подушка. Кстати. Давай обсуждать, что у нас есть на букву П. Я! И здесь, кстати, и у Кати в комнате. Платье, пол, пломба. Я знаю. Половик. Давай, если хорошо замаскируешься, тогда получится. Тебя тут никогда не найдут. Я тебя сейчас, может, немножко подправлю подушки. Ну, пока нормально. Давай, я тебя подправлю по-научному. Да, можно я просто так? Время вышло. Так, пы. Думаем, что есть на букву пы, Катя? Полка. Полка. Идем полку смотреть. Давай. Папа мне подсказывает. Мой папа просто спрятался, чтобы его не снимали. Так. Нету.
Папа? Ничего нету. На полу никто не лежит, да? Идем смотреть полку. Давай. Классная идея, мне кажется, он там. Так хорошо спрятаться. Я сам. Нету? Так, что еще есть на боку? Пап, ты нам время скажешь? Хорошо, давай. Где еще может быть пыль? Опа-па-па-па-па-па-па. Не так уж и хорошо. Ну ладно. Время Кати выходит. Не знаю, что это. Что? Сколько? Нету? Нету. Так, выходи. Быстренько, время идет. Куда мы идем сейчас? Дом. Мы идем паутину искать. Что там? Сорока. Сорока на букву П. Платье. Может, он в платьях у тебя спрятался, Катя? Буч. Где он? У нас тут. Нету. Так, время почти вышло. Все, время вышло. Вы будете очень удивлены, где он есть. Точнее, вы будете в шоке, как вы до этого не додумались. Это вам на второй этаж. Что это может быть? Это изи! Супер изи! Так, Катя, супер изи на втором этаже. Мам! Что? Где? Катя, он уже когда-то там прятался. Где? В подушках он. 100% в подушках. Смотри, как так протупить, а? Молодец, Макс. Есть. Жулик! Это у вас не хватило немножко сообразительности. 13-8. Катя, подушки. Подушки, реально. Он уже тут прятался. А я же говорила тебе подушки. А ты говорила нет. Пойдем. Вот. Осталось, кстати, совсем немного. Осталось 1, 2, 3, 4. Сколько? 8 букв. Буква Ё. Одна из самых сложных. Так. 3, 2, 1. Время пошло. Где она вообще может спрятаться на ёлке? Ну, кроме ёлки и ёжика, я ничего не знаю. Слушай, есть ёжик в туалете. Давай мы спрячемся в этом туалете, и он никогда тебя тут не найдет. Это то, чем моют унитазы. Что еще? Йод. Йод. Он с буквы Е начинается. И краткая. Йод. Да. Ёршик, и что? Он находится у нас здесь. Все, тихонечко сидим. Кстати, сзади тебя есть буква Ё. Вот эта штука называется ёршик. Вот это. Так как ты прятался за за щетками зубными, она может также спрятаться за ёршиком. Все, я тут сижу в туалете. Только знаю, что ты мне не поговорить, потому что тут очень громко ехать. Пока. 3, 2, 1. Так. Время пошло. Я все ёршики сейчас буду смотреть. Где? Это же у нас получается 8 туалетов. Ты сейчас все туалеты собираешься оббежать? Ага. Ёршик? Нет. Это, короче, экскурсия по туалетам в нашем доме, да? Ну, не забывай ёлки проверять и ёжики. Где у нас еще есть ёжики и ёлки? Ух! Кстати, все 8 мы не покажем, потому что на складе у нас тоже там туалет есть, но мы туда не пойдем. Ты хорошо посмотрел? Только 2 туалета. Это где? Это возле выхода и в барабанной. Ага. И тогда думать еще что-то, если вдруг там ничего не найдем. Какие еще, может быть, ё-моёшки? Фух! Ох, есть. Макс, почему ты сразу сюда не пошел? Почему мне пришлось бегать опять по всем трем этажам? Чтобы спортом позаниматься. Ну, молодец, за это молодец. И? Я уже за Максом не успеваю бегать. Молодца. Ну, кстати, вариантов было действительно очень мало.
Елки у нас не растут, ежики не водятся. Оставались только какие-то йогурты. Кстати, за йогурт... Это йогурт. А, точно, там и краткое. Я большие буквы не выбираю. Потому что там всякие... Маленькие. Ну, ю, ща уже выбрали. Ша, может быть, еще. Шарик какой-то. Еще ю. Давай. Е было уже, по-моему, нет? Нет. А и краткое, кстати, тут нет буквы и краткое. Буква Ф. Где-то за фонарем, да, будем? Обалчу. Катя, да ты идешь? Что ты сказал? Ты идешь слушать музыку. А Катя не услышала, она устала. Фонарь. Катя, иди, пожалуйста, слушай музыку. Спасибо. Зачем? Ну, а у нас есть фонари? Да, есть, но... Все, кш, музыку слушать. Давай. 3, 2, 1, время пошло. Все, отдыхает наша принцесса, уставшая. Ну, фонтана у нас нет. Че, устала, да? Да. Набегалась. Школа. Да, тут новый дом. Сердце бьется. Как сильно бьется. Форточка. Флаг. Флаг? Где флаг? Точно. Держи, главное, его, главное, ты его держи над головой, окей? Время вышло. И мы... Катя устала. Так. Ф. Фу, фу. Физалис. Фонарики. Факел. Не очень полезное место, но полезное. Фуфушка. Так, фонарики пустые. Он у нас единственный остался. Все остальные дети позбивали. Катя, фазан. Ну, фазан... Нет, Макса там с фазаном. Она сразу побежит за фонарями и все такое. Так. Фонтан. Так, короче, мы, наверное, сейчас не найдем уже, Катя. Я даже не знаю, куда тебя ориентировать. Фу. Фу. Фа. Фа. Чего она так долго в доме ищет? Так, рыба-фуга. Фуга-рыба. Тут нету. Где? Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Идем в его комнату посмотрим. Что там есть? Фу-фу-фу. Так, я похоже выиграю. Кстати, на БПП мог быть Пушинс. Макс, нету. Да, есть. Ну вы не успеете. 2, 1, 0. Время вышло. Задний двор. Все, у нас Бобик сдох. Уже похоже, время вышло, я так думаю. Очень, кстати, случайно мы нашли. Макс сам лично нашел место для огня. Жду со своим буквой. Задний двор, Катя. Выходим. Фу, фу. Здрасте. А что это такое? А как это называется? Флаг. Флаг. Флаг ты наш. Отлично. Поздравляю. Молодец. Все. Катя сдается. Отдых. Записывай себе букву. Буква Ф уходит в банк Максиму. Вы знаете, я смотрю, что Катин Бобик немножко уже подустал. А у нее сил уже прятаться нет совсем. Давайте посчитаем, сколько букв Макса? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. У Кати? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 15 минус 8, 7. Даже если Катя выиграет все следующие раунды, она не сможет Макса догнать. Поэтому Макса я могу уже объявить победителем. Побеждает Максим! Мы устали, решили не продолжать. Все равно победу в этом челлендже одерживает Максим. Но сейчас мы все равно вытянем каждый по 3 буквы. И... О, сразу 3. ДША. ДША. И давайте попросим... Давайте попросим зрителей вот на эти буквы придумать место, где бы можно было бы спрятаться Максиму и Кате. Вот Ща. Катины буквы. Не. Ща. Не надо нам доширами. Не надо нам доширами. Это еда. Д-Ш-А. Катя. То есть за деревом, в шкафу или в арбузе. И Максу. Где? Лев, волк, овца. Вот. Попросим наших зрителей подсказать нам, где бы можно было бы спрятаться на эти буквы.
если вы хотите сейчас спать. Катя уже хочет спать, поэтому мы решили не продолжать. Я уже начал говорить. А я не хотел. А Макс хотел все-таки провести полностью этот челлендж. Но мы вот этими словами другими будем следующий челлендж такой же, если мы наберем много лайков. Ну что, поставьте нам, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на канал и всем пока-пока. Всем пока-пока.